Всем привет! Продолжаем путешествовать по маленькому городку. Хочу вам показать памятник, который находится на кладбище памяти жертв 9 января. Кладбище было образовано в соответствии с указом Александра II в 1871 году. Маленькая информация. Стоило оно тогда, устройство этого кладбища, 146 тысяч рублей. Место захоронения составляло минимальное 50 копеек. Максимальное в кладбищенской церкви стояло 400 рублей. На памятнике высечено несколько надписей. Первое. Тысячи убитых и раненых. Таковы итоги кровавого воскресенья 9 января в Петербурге. Немедленное низвержение правительства. Вот лозунг, которым ответили на бойню 9 января петербургские рабочие. И подпись Ленин. Без генеральной репетиции 1905 года победа Октябрьской революции 17-го была бы невозможна. Тоже высказывание Ленина. Но хочу вам напомнить, что это было шествие рабочих Санкт-Петербурга к Зимнему дворцу. А в то время у власти стоял Николай II. И так вот, это шествие к Зимнему дворцу имело целью вручить императору петицию о рабочих нуждах. Руководителем был такой Григорий Гапон, он был священник. Но в результате, как говорит нам история, некоторые из историков, этот Гапон всех подговорил, и все рванули на площадь, где их расстреляли. Хотя, вот по данным, правительства не было задачи такого массового вооруженного расстрела. Ну, видимо, были какие-то провокаторы. В результате 130 человек и еще 299 получили ранения. По некоторым данным, число убитых и раненых превысило 4000 человек. Точная цифра осталась тайной. Хотя об этом митинге, в общем, правительство было извещено заранее. Но Григорию Гапону удалось скрыться за границей. А говорят, что Григорий Гапон тоже был ранен на этом шествии. Закончил это не очень хорошо, он был убит эсерами. В 1906 году эсеры задушили Георгия Гапона и повесили его тело на крюк. И только через месяц полиция нашла его тело в одной из дач под Петербургом. Вот такая надпись на памятнике. Проект памятника составил скульптор Манезер и архитектор Витман. Лепил скульптор Манезер. Техническая помощь Ступищин, отлита Худ, репр, мастерских, НКП. Вот такой памятник находится на кладбище памяти жертв 9 января. Все, всем пока, всем привет, до свидания.